Здравствуйте, уважаемые студенты! Меня зовут Ирина Николаевна Русак, и я являюсь преподавателем учебной дисциплины «Национальная экономика Беларуси». Целью изучения дисциплины «Национальная экономика Беларуси» является освоение знаний о системе национальной экономики, механизмах и закономерностях ее функционирования, приобретение практических навыков, анализа, выявление негативных тенденций в экономике нашей страны, а также изучение основ принятия управленческих решений в сложных экономических ситуациях. Дисциплина состоит из 4 юнитов, объединяет в себе 9 разделов и 34 темы. В изучении первого юнита вы познакомитесь с основами национальной экономики, освоите макроэкономические показатели и пропорции национальной экономики, а также узнаете о роли государства в регулировании экономических отношений. Второй юнит познакомит вас с ростом национальной экономики и даст представление о совокупном экономическом потенциале нашей страны. После изучения третьего юнита вы будете знать основные тенденции, которые происходят в хозяйственных комплексах национальной экономики, и познакомитесь с региональной структурой нашей экономики Республики Беларусь. Четвертый юнит даст вам представление о модели социально-экономического развития Республики Беларусь, международных отношениях нашей страны, мирохозяйственных связях и возможности международной интеграции Республики Беларусь в мировое экономическое пространство. Хочу представить базовый учебник, который разработан специально для дисциплины «Национальная экономика Беларуси» под руководством доктора экономических наук профессора Шимова Владимира Николаевича. С 1996 года по 2002 год он был министром экономики Республики Беларусь. И в учебнике постарался отразить все самые основные тенденции развития нашей модели экономики Республики Беларусь с практической точки зрения. Выражаю надежду, что вам также понравятся дополнительные материалы, которые мы подготовили вам в помощь для освоения лекционного материала. А практические задания покажутся вам интересными и несложными. Желаю вам успехов в изучении дисциплины «Национальная экономика Беларуси» и буду рада видеть вас на экзамене. До встречи!